средней школе номер 2 Новочебоксарска в рамках республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» состоялась встреча учащихся 10-х и 11-х классов с заместителем начальника управления Пенсионного фонда Российской Федерации Новочебоксарска Мариной Ореховой. В ходе беседы учащиеся узнали о том, что такое СНИЛС, какой минимальный стаж необходим для назначения пенсии, какая самая распространенная пенсия в Новочебоксарске. Также выпускникам школы было интересно узнать о том, как можно стать сотрудником Пенсионного фонда Российской Федерации. На все вопросы ребята получили подробные ответы.